Ну, добрый день, уважаемые слушатели. Зовут меня Олег Валентинович Кричко, мне 67 лет. Ну, была у меня ситуация, я упал с крыши дачи своей. И, видимо, у меня нарушилось кровоснабжение левого тазобедренного сустава. Я год искал причину, почему у меня боли идут. Потом выяснилось, что у меня сустав практически развалился. И сделали замену тазобедренного сустава. Сейчас эта операция стандартная. Тогда тоже уже более-менее стандартная была. Вот. Ну, она серьезная операция. Это отпиливают кость, грубо говоря, да? И вместо нее ставят имплантант. То есть замену сустава. Ну, там ситуация была. Я уже тогда общался уже довольно интенсивно с микросферами. Вот. И после операции, там после операции, значит, понятно, что если вам ногу отпилили, а потом винтили, потом сейчас зашили, ты лежишь как этот закукленный. Сутки лежишь. После этих суток ты тоже должен лежать. Вот. А я лежал уже, когда меня после операции положили на кровать, я лежал на матрасе из микросфер. Ну, верьте, не верьте, значит, через сутки, я на костылях пошел по лестнице, ну, в больнице, там вышел из номера и пошел по лестнице, потому что сказали, что нужно развивать ноги, чтобы не атрофировались мышцы. По технологиям, которые там они говорят, да, это нужно начинать где-то дня через 3-4, да, и, значит, выписывают оттуда через 2 недели, тогда выписывали. Ну, естественно, лежачий режим дома, там тогда пока шов садился и прочее. То есть у меня все это проходило, ну, 1,5 раза быстрее, чем у остальных. Ну, я не говорю про очень стареньких, мне тогда было 60, а там были помоложе меня. Вот, у меня 1,5 раза быстрее все, и шов заходился, и ходить я начал довольно быстро, и поехал на машине, сам дошел на машину, ну, правда, там пришлось на заднем сиденье лежать, но я из машины сам вышел. Ну, на костылях, короче, я все чувствовал нормально. При этом, еще раз повторяю, я постоянно лежал, значит, на матрасе, ну, там полуматрас, небольшой матрас, ну, как раз, который хватал, и пояс у меня был, и был пояс, потому что боль отдавала еще в спину. Вот, значит, сейчас нормально у меня с этим суставом, с левым нормально, вот правый, правый начинает побаливать. Ну, не знаю, лет через 5 я вам расскажу. Сейчас я ношу этот пояс, который... Да, кстати, я забыл сказать, что сначала я думал, что у меня не тазобедренное сустав болит, а спина болит. А вот этот пояс, он закрывает как спину, так и тазобедренный сустав. И год меня... Год я ходил по врачам, и они все мне там спину лечили, а сустав не видели, да. Потом только через год после того, как у меня все началось, боли, даже больше, чем год, кажется, я не помню, может даже и 1,5. Вот, только, а я носил пояс, думал, что спина, вот. И, может быть, это тоже была причина задержки в уже окончательную, разрушение сустава был, поэтому я сейчас пояс ношу. Вот, и да, кроме ношения пояса, я еще я много работаю за компьютером, ну, в силу моей профессии, да, и постоянно у меня, извините за выражение, под задницей подушка, на которой я сижу. Ну, правда, периодически надо ее, конечно, снимать, когда она твердеет.
Ножи вынимать, греть, массировать, потом снова постилать и так далее. Ну, про, там без меня расскажут про детей, про кошек, которые постоянно дерутся за место на подушке, где спать. Дети постоянно под себя подгребают. Вот. Там и собака у нас тоже обожала полежать на этом. Дети постоянно под себя и гребут эти подушки. Ну, а дети, как вы знаете, это народ такой, который все чувствует намного лучше. Но я говорю, я в физике, мне было просто интересно, почему вот, вот такие, такое воздействие, да? Вот. И, ну, прочитав про свойства этих микросфер, посмотрев, какие у них размеры, значит, в общем, их размеры соответствуют длине волны инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение на объектах такого размера отражаются, могут дифрагировать. И вполне возможно, ну, говорят, что были эксперименты на эту тему, но вполне возможно, что микросферы это действуют как излучатели инфракрасного излучения, то есть тепла, той частоты, которая излучает ваше тело. То есть тело человека. У каждого человека свои длины волн, свой набор длин волн инфракрасного излучения, которое оно излучает. И, значит, тело излучает, микроволны поглощают и потом переизлучают уже на организм человека, да? То есть и права таким образом вызывают реакцию организма, то есть иммунную систему, заставляет иммунную систему реагировать на это излучение, которое оказывается хоть и внешним, но на самом деле внутреннее. Когда у вас где-то что-то болит, это факт известный, вы знаете, да? Когда где-то что-то болит, то в этом месте идет инфракрасное излучение. Причем у каждого человека спектр излучения свой. Почему нагрев идет? Потому что иммунная система начинает взаимодействовать в том месте, где у вас произошло нарушение. И с помощью повышения температуры, это известно, да, борется с отклонениями, которые произошли в организме. Если микросферы это излучение поглощают, а потом переизлучают, причем тот же спектр, да, это помогает своему организму более интенсивно бороться с отклонениями, которые произошли. Но это мое общее представление. Я не специалист в этой области, но с точки зрения общей теории, да, физических излучений и так далее, в этом, наверное, скрыто. Ну, как известно, например, что все болезни в деревне раньше, да, простудные, ревматизм и так далее, лечили лежа на печи, да, из красного кирпича. То есть как раз красный кирпич – это и есть одна из составляющих, вот из чего сделана микросфера, один из элементов. То есть здесь вот есть какая-то связь, которую, ну, об этом без меня специалисты говорят, рассказывают.